Ну что ж, уже довольно-таки неплохо. Крепче. Крепче, крепче. Ага. Едет, едет наш автобус. Отличненько, ребятки. И проехал. А перед просмотром этого видео обязательно подпишись на мой канал. Также рядом с подпиской есть колокольчик, нажав на который вы будете получать уведомления самыми первыми. И, конечно же, не забываем ставить лайки. Всем приветики, дорогие друзья, вы на канале Вечное Детство, ребятки, с вами, как всегда, Юра, и сегодня мы будем с вами продолжать играть вот такую вот крутую игрушку, которая, ребятки, называется Build a Bridge, ребятки. Эта игра называется «Строительство мостов». Ну что ж, ребят, давайте, собственно, посмотрим, что здесь у нас. Так, ребяточки, мы с вами уже перешли на 9 уровень, и у нас доступна новая сталь, ребята, вот такая каленая сталь, которая, ребяточки, в 2, а то и в 3 раза крепче, чем предыдущая, что, ребятки, позволит ее, собственно, эксплуатировать в нормальных целях, которых нам, собственно, и нужно. Так, ребят, ну что ж, давайте посмотрим, что здесь получится. Я предлагаю дорогу, вот эту вот дорогу, вот так вот строить. Вот так вот строить дорогу, вот так вот. И, в принципе, вот так вот. Посмотрим, что из этого будет. Так, ребят, из опор у нас, так, ребятки, у нас 3700, у нас есть 3700 для того, чтобы... Так, ребятки, каленая сталь, это, я так понял, не шутки. Ну что ж, посмотрим, что она сможет выдержать. Ой, давайте удалим. Вот так вот. Так, ну что ж, и, наверное, между собой еще вот так вот давайте скрепим их. Так, ребятки, 2600, да, у нас есть. И вот так вот, наверное. Нет, так вот. А, каленая сталь дальше не достанет, ребят. Между собой их уже бесполезно, наверное, крепить. Ну что ж, давайте, ребятки, посмотрим, что у нас. Вау! Дудух! Оу! Нет-нет-нет, ребяточки, не годится. А не годится буквально следующим образом, ребятки, потому что у нас, ребяточки, нам нужно дерево, которое, наверное, будет держать все это. Я так думаю. Давайте, собственно, наверное, посмотрим. Так вот, ребяточки, делаем. Вот так вот, отлично. Вот так вот. Отлично. Вот так вот, супер, ребятки, просто супер. Отлично. А, ребяточки, превышен лимит уже, оказывается. Хм. Странно. Хорошо, ребят. Тогда давайте сделаем по-другому немножко. Если мы с вами берем вот это дерево и сделаем вот так вот. В принципе, чтобы только здесь держало все. Уже превышен лимит, да? Ну что ж, давайте посмотрим. Уже намного крепче. Давай, машина! Ой-ой-ой! Нет, ребяточки, дело не будет. Мы опять упали, потому что здесь ничего абсолютно ее не держит, эту дорогу. А, ребятки, здесь же сталь. Мы можем поставить сталь, да? Все, ребят, смотрите. Мы с вами вот так вот разберем. И здесь поставим стальную балку. А здесь поставим веревку. И здесь вот так вот. Так, ну что ж. Давайте посмотрим теперь. Ой-ой-ой, абсолютно. Балка не стоит, и конструкция развалилась, ребят. Нет, нет, немножко неправильно. Так, немножко неправильно. Давайте, наверное, вообще соберем все и... Немножко мы неправильно сделали. Так, ну что ж, ребяточки. Давайте, наверное, вот так вот соберем все. И даже заберем асфальт. И сделаем вот так вот, наверное, прямо. Пускай будет прямо вот так вот, без каких-либо отклонений и нарушений. Вот так вот. А здесь уже, собственно... Давайте вот это удалим.
даже вот так вот, ребяточки, машина должна... А, вот, ребят, подождите. Машина должна попасть вообще вот сюда. Так что в чем вообще проблема-то? Единственное то, что осталось, ребят, это сталь, которая должна всю эту конструкцию держать. Я не знаю, вот так вот, что ли. Но она же не выдержит. Так, 3200, ребятки, у нас. И у нас просто-напросто металлическая конструкция не выдержит, ребятки, этого натиска. Давай. Вау! Ба-бам-бам-бам-бам. Нет, ребятки, все надо делать не так. Все это делается совершенно не так. Смотрите, ребяточки, как надо делать. Собираем все вот эти конструкции. Собираем мы их. И идем с вами. Собираем вот этот асфальт. Теперь я понял, как надо строить. Так, берем вот этот, ребяточки, асфальт. И делаем вот так вот потихонечку спуск. Такой, чтобы не был он сильно заметным. И здесь опять делаем вот так вот. Так, ну что ж, неплохо, да? Так, теперь давайте, ребяточки, вот эту штучку. Вот так вот, наверное, я думаю. Так, подождите, подождите. А я же могу меньше, да, делать? И тогда меньше будет по деньгам, да, если она будет меньше. Она будет вот такая. Она будет вот такая. Такая, вот такая. Вот такая, вот такая. Ну да, будет намного меньше по деньгам, если мы будем делать небольшие такие. Давай, 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 еще немножко, отлично. Так, сюда, 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 сюда. Давай, и еще вот так вот, и еще вот так вот. Так, теперь все это крепим. Не хватает немножко, давайте вот так вот. Давайте вот так вот. Не хватило немножко. Вот, отлично. Вот так вот. Вот так вот. О, теперь наш мост, ребяточки, будет стоять, я думаю, крепко. Ну что ж, ребятки, осталась сталь, которая должна, ребятки, выдержать любым способом. Я не знаю как. 2700, ребятки, но должна. Ну что ж, ребятки, давайте попробуем. Вау! Давай, 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 давай! Отлично, ребятки! Мост выдержал! Хоть он и шатается, ребяточки, но тем не менее он выдержал, ребят, вы это видели? Так, отлично, ребяточки, погнали дальше, ребяточки. 10 уровень, поехали! Что же здесь нужно сделать? Давайте посмотрим. Так, а как же нужно здесь мост построить, чтобы наша машинка проехала? Или что здесь у нас будет? Сейчас ждем загрузку. Автобус с людьми, ребята. Так, дважды коснитесь, чтобы удалить этот элемент. Хорошо, понял, понял, понял. Так, ну что ж, поехали, ребяточки, возьмем подсказочку. Посмотрим, что у нас здесь. Так, постройте его за меня. Ага. Раз, два, три. Ну, в общем, ребятки. Вот у нас есть вот такая вот штучка. Так. Дорога. 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 Так. Вот так вот. В принципе, здесь можно уже вот так вот сделать. Ну, все, в принципе, ребяточки, дорогу мы построили с вами. Осталось, ребяточки, буквально следующее. Натянуть веревки. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Так, ну что ж, неплохо. Так, и, ребяточки, сталь. Сталь. Прикрепить сталь. Вот так вот. Которая, я надеюсь, будет держать все это. Я так думаю.
Так, ну что ж, давайте посмотрим. Уай! Автобус падает. Ребяточки, люди с автобусом утонули. Так, не дело, ребятки, так не делается. Делаем по-другому. Делаем более устойчивый мост. Так, погнали, 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 погнали. Делаем здесь из дерева, значит, а не из веревки. Да что ж ты будешь делать? Куда ты? Вот. Нет. Вот. О! Отлично. Все, теперь, ребятки, все супер. Или оно здесь и лишнее, наверное. Давайте посмотрим. Ну что ж, уже довольно-таки неплохо. Крепче. Крепче, крепче. Ага. Едет, едет наш автобус. Отличненько, ребятки. И проехал. Круто. Мост все-таки выдержал. И люди, ребяточки, спаслись. И это, ребят, просто, я вам хочу сказать, замечательно. Отлично. Так, ну что ж, дорогой друг, наверное, мы будем заканчивать на этом. Продолжим в следующий раз. Подписывайся на канал, ставь пальчик вверх. Пока-пока.